Певицу Софию Ротару нужно лишить звания народной артистки СССР из-за ее антироссийской позиции. Об этом сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян. Нечего Ротару делать в России после ее прошлогоднего отказа ехать в Россию на песню года. Звание народной артистки СССР она больше не достойна после подобного недружественного поведения в отношении России, сказал он изданию Дни.ру. Эксперт согласился с многолетней ведущей песни года Ангелиной Вовк в том, что Софии Ротару нужно вести себя иначе, если она хочет выступать в России. Также Манукян призвал граждан не посещать концерты Ротару. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!